Доброе утро, уважаемые зрители. Сегодня 17 ноября. В России, можно сказать, уже зима, а здесь, как всегда, лето. И сегодня у нас открытие Ванданы Салы. И вот мы ожидаем делегацию из Малайзии в количестве 50 монахов. Ну, мирским языком говоря, сейчас приедет приемная комиссия. Вон уже музыканты, видите, там репетируют, готовятся к встрече. Видите, вот торжественно все стоят, встречают монахов. Ну, 50 человек все-таки. Князь Камдрюне, Терион Сарене, комната баланса. Хорошо. Ну, фотографировать у меня аккумуляторы сели. Я вот на это буду фотографировать. Видеокамерой буду фотографировать. На это хорошо. Ну давайте я сфотографирую. Куда пошел? Ты же просил. Раз. Сфотографируй. Запечатлеть для исторического момента. Ну да, кстати, вот. У поста Салу почти сделали наш долгострой трехгодичный. Ну вот, пока на паузу поставлю.